transported the crew. Значит, разработан на базе серийных узлов BMP-3. Главный упор сделан на размещение и работу, комфортную работу экипажа. The main idea of this product is the comfortable and работа размещение. Comfortable conditions for the crew. Благодаря большому из-за большого забронированного объема можно разместить помимо двух членов экипажа, командира механика-водителя, еще 15 человек десанта. Except the driver and the commander of the machine, you can put inside up to 15 members of the crew. Внутри забронированного пространства есть воздушный отопитель, есть кондиционер, есть система видеонаблюдения. You can see the video system inside and the air conditioner and the heating also. Подрессоренные десантные кресла. The special chairs for dropping off. Что все обеспечивает комфортную работу десанта. All in the complex it can be used very comfortable for the crew. Система видеонаблюдения обеспечивает круговой обзор, загружена тепло- и телевизионные камеры. The video system, it's all around 360 degrees and it has also the thermal imaging sensors. Экраны расположены как в десантном десанте, так и в командировании. The screens for this television system is used for the commander and for the crew. Из-за большого объема машина очень хорошо себя держит на воде, в морских условиях. It also is very good in the sea conditions, while it's not plowing. Да. It also can swim. Уровень бронирования на базе, уровне серийной машины BMP-3. The level of armor is up to is the similar to BMP-3. Мы сидим на данной выставке армии, представляем три новых серийных. Today we are presenting three new designs at Army 2022 International. Один из экспонатов не на этой экспозиции, он будет показываться только на динамическом показе. One of the exhibition articles are not here. It will be presented during demonstration, live demonstration in Aladina. You can see it there. Это роботизированная BMP-3 с боевым модулем Синицы. It is a robotic BMP-3 IFV with Синица remote control weapon station. Компетенция нашего института в этой машине заключается. Компетенция нашей машины заключается в том, нашей работы в этой машине заключается в том, что мы создаем комплект оборудования, необходимый для роботизации бронетехники. Это может быть БМП, БТР, танк, все что угодно. Мы занимаемся тем, что роботизируем все функции машины, включая огневое воздействие, для любой существующей бронетехники. The chief activity of my signal company for armored vehicles are as follows. We design and install robotization packages to robotize all the operations, including fire missions, traveling and laying for all kinds of armored vehicles, such as IFV. Также на данной выставке мы представляем, вот за машиной будет видно, мы сейчас пройдем лазерный гирокомпас. We also present a new design. It's a prototype laser gyrocompass. It is situated behind this vehicle. Это высокоточный прибор, наверное, на сегодня один из самых точных в Российской Федерации для определения своего местоположения и азимутального направления. They developed gyrocompass is one of the most accurate instruments to determine azimuth.
Также на данной выставке мы представляем уже опытный образец. Многие в прошлом году его видели в виде макета. Today we are presenting a prototype. Last year it was first prototype, pioneer model, and this year we present a prototype of fire control system. Это комплекс управления огнем артиллерии, который позволяет управлять минометами, ствольной и реактивной артиллерией. Planchet A is a fire control system which provides control of artillery, tube artillery, motors and MLRS. Размещенный на базе шасси «Атлет». It is mounted on «Атлет» armored vehicle chassis. За счет размещения на шасси имеет уже усиленную радиостанцию. Dear guests, we are ready and we are very glad to welcome you in our stand of PVP Instrument Design Bureau, named after Arkady Shipunov. Имя Шипуновой, оно известно во всем мире. Нашей организации в этом году исполняется 95 лет. So the name Arkady Shipunov is well known all over the world. And this year we celebrate 98th anniversary. И прежде чем перейти к рассмотрению образцов, которые мы представляем на этой выставке, я бы хотел вас вкратце об истории предприятия, буквально 3 минуты, чтобы вы поняли, где вы находитесь. And just briefly, before we start to talk about our weapons, we just want to say some words about the history of our company. Предприятие начало свою деятельность еще в далеком 27 году, как сказал вас. Our company started our activity in 1927 as a small arms company. Буквально пистолет, может быть, слышали, тульский Токарев. Perhaps you could hear Tokarev pistol or Makarov pistol, Stechkin pistol, and other small arms. These are all developments of our company. Все пушки, которые сейчас стоят на самолетах и на боевых машинах, наши разработки. All guns which are currently used in aircraft and in combat vehicles, they are all developed in our company, KBP. На данный момент мы разрабатываем, сейчас у нас КБП «Горостроение» имеет 6 направлений разработки военных продуктов. So currently our company has 6 branches of its activities. Это у нас продукция ПВО. These are air defense systems. Противотанковое штурмовое вооружение. Anti-tank assault vehicles. Artillery guided weapons. Стрелково-пушечное. Small arms and cannons. И так называемые внешневидовые виды вооружения. And we can say multi-purpose use weapons. На данном вот стенде теперь более конкретно можем перейти. У нас представлено 2 образца. So here we can tell you some words about 2 types of our weapons. Это наши как бы наша гордость. These are how to say our proud. А эти образцы знают уже во всем мире. And these weapons are well known all over the world. К ним относятся, может быть, вы, наверное, слышали, это противотанковый ракетный комплекс «Корнет». So perhaps you could hear «Корнет» anti-tank guided weapon. И комплекс, ракетно-пушечный комплекс ПВО. And of course, Panzeres I missile gun air defense system. Если по «Корнету» два слова, значит, он у нас был разработан как возимо-носимый на треноге. So at first «Корнет» system was developed as a man-portable vehicle-carried weapon. Но время идет, и нам нужно было мобильное перемещение «Корнету» делать во время боя. Значит, и мы тогда поставили его на различные платформы. But later on, in terms of mobility, speaking about mobility, we decided to install «Корнет» system on different types of carriers. Можно ставить его на «Хаммере». So it can be installed on «Хаммер» vehicles, MAN vehicles. На любых
оружие носить. Any types of combat vehicles. Чем интересен каждый? Это противотанковый штурмовой ракетный комплекс, который обеспечит поражение цели на дальности 8 до 10 километров в зависимости от типа ракет. So, depending upon the type of missile warhead, Hornet can engage targets at range from 8 up to 10 kilometers. 8-километровые – это у нас так называемые тендемные боевые части. So, the missiles having a range 8 kilometers have a tandem-shaped charge warhead. 10-километровые ракеты – это с фугасной боевой части. And missiles with 10 kilometers range, they have a high explosive fragmentation warhead. Бронепробиваемость вот первой ракеты, которая сказала, она у нас тендерная, мы пробиваем броню, гомогенную броню, толщина 1100-1300 миллиметров, Кинетическая защита. Speaking about first type of missile with tandem-shaped charge warhead, its armor-piercing capability is 1100 up to 1300 millimeters. Armor behind explosive reactive armor. Кроме того, Hornet обеспечивает поражение цели, которая защищена так называемой системой активной защиты, ну типа трофи. And Hornet also capable of engagement the targets which are protected with a dynamic protection system of trophy type. Это обеспечивается тандемной стрельбой двух ракеты, идущих одна за одной. And this is provided by special tandem capability of firing when two missiles are flying one by one. Если первая ракета подходит, срабатывает система защиты, она разрушает ее, то вторая поражает ее. So first missile engages the dynamic protection of the tank, and the second missile engages the tank itself. Тонкость еще стрельбы Hornet'а обеспечивается тем, что у него линия визирования, которая на облучении, на конечном участке, и он идет с превышением. And also the peculiar feature of the Hornet system is the elevation mode of firing, when missile flies above line of sight. In this case, it cannot be detected by the laser systems of the enemy. Кроме того, Hornet также может поражать и воздушные цели, типа зависшего вертолета. And Hornet also can engage air targets, for example, hovering helicopter. Есть у нас варианты, в которых на контакте с датчиком цели подрыв происходит. For example, some missiles for Hornet, they have proximity fuse. And that's why they can engage air targets. Ну можно еще много рассказывать про Hornet, это уникально, как говорится. So, as he says, there's a unique system, and of course we can speak long about it. Почему распространено вообще во всем мире? Потому что оно по сравнению с зарубежными, And why it's so well known in the world and why it's so widely used? Because in terms of cost effectiveness criteria, it's the best. So this is the combat vehicle of Panzer system. Чем характерны данные вот наши разработки данного направления? Мы впервые и как бы видели тем, что создали боевое отделение, совмещающее ракетные пушечные вооружения в единое. So the peculiar feature and maybe the unique feature of the system is that we were the first in the world who combined both artillery and missile systems in one firing module. Разработка данного комплекса тоже велась в нашем ПВ, довольно-таки, как это самое, продолжительно. И его началось успехом. So this was also developed in our company.
Два слова о данных ракетах самых. Он предназначен как для поражения различных видов. It can engage the great variety of targets. Это самолеты. Started from aircraft. Управляемые ракеты. Guided missiles. Эти самые реактивные снаряды. Reactive ammunition, UAVs. И сейчас в настоящее время наиболее вот как бы вы знаете ситуация в Украине. Это называется так называемым поражением СТО. And you know that currently UAVs is the most maybe dangerous targets, speaking about modern warfare. Так что можно еще сказать, у нас различные виды ракет, которые здесь вот. So we use different types of missiles for this system. То есть, если в двух словах, то дальность поражения, например, танцы, это 20 километров. So firing range is 20 kilometers. And 15 kilometers on altitude. Панцирь уже с одним дымом, уже 30 километров высоты. And this is Panzeris One system, but we also have updated Panzeris One M system. And its firing range is 30 kilometers. Ну и в нем заложено очень много, как называется, конструктивных решений, которые позволяют дальше его модернизировать. And also the unique feature, because of its modular design, it has a, let's say, big space for future upgrading. It can be easily upgraded. Трубецкий бюро машиностроения, город Коломна. Now you are located in the stand of the most popular and famous Russian defense industry enterprise, which is called KVM. Спектр наших вооружений, которые производит наше предприятие, очень широкий. В первую очередь это переносные зенитно-ракетные комплексы. So we have a wide range of the defense missile system. First of all, it's main portable defense missile. Ракетные комплексы ближнего действия. This is main portable defense missile system. Затем я вам подробнее скажу потом. This is different from Iglaes. Some later. We'll Значит, следующие противотанковые комплексы. The second point of our interest is anti-tank missile systems. Да. Затем широко известный оперативно-тактический комплекс Искандер. Next is tactical ballistic missile system Искандер. Я надеюсь, вы слышали о нем.